Заместитель министра экономики Азербайджана, сопредседатель смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Чехией Сахиб Мамедов обсудил вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и партнерства по инвестиционным проектам с чрезвычайным и полномочным послом Чехии в Азербайджане. Об этом сообщило Министерство экономики Азербайджана. Было отмечено, что между Азербайджаном и Чехией имеются широкие возможности для расширения сотрудничества в различных сферах. Кроме того, были отмечены возможности взаимодействия с чешскими компаниями в рамках проектов «Умный город» и «Умное село». На встрече также была представлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде, созданной в Азербайджане, а также о восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях.